Вы, наверное, помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Он военный преступник. Но мы должны собирать информацию, предоставлять Украине оружие, чтобы они продолжали сражаться. Собрать все детали, чтобы это было настоящим судебным делом о военном преступлении. Этот парень – варвар. То, что происходит в Буче, возмутительно. И все это видели. Я думаю, это военное преступление. Я стремлюсь к новым санкциям. Я продолжу вводить санкции.